расскажешь. Только погромче, то я же уже старенький, плохо слышу. Ну рассказывай как-нибудь. Что за Дедушка Мороз? Что за щеки? Замечательный стишок ты мне рассказал. Давай обниматься. Давай. Вот, молодец. Все, пообнимали. Давайте. А рисунок, который ты нарисовала, ну? Еще рисунок есть? Ну вот да. Вот это молодцы. Подготовка, дети, Рождество. На Рождество надо подготовить колядки. О, это здорово. Цветы, бабочка. А кто нарисовал? Дариночка. Дариночка, я очень рад. Ты мне это даришь? Я тогда заберу себе. Положу, потом где-нибудь выставлю, повешу, хорошо? Давай, Дариночка, еще раз напишу. Что за щеки, что за нос? Борода-то борода, он на шапку звезда. На носу такая, а глаза добавили. Какой хороший стих, потом вырежешь, ну ты. Дариночка еще на Рождество выучит колядочку. Я тебе дам. Дома можно. Дома выучим, да. Расскажем. Со словами колядочку. Придется еще раз приехать. Конечно. А хоть каждый день, друзья. У нас открыты двери каждый день. Теперь вот с сегодняшнего дня до Рождества с 12 утра до 6 часов вечера. Милости просим. Мы старались, чтобы нас не нашел Бог. Чтоб Бог не нашел. Да, это квест. Вот у меня подарочки здесь, я выбираю подарочек. Потом выбираю лошадку. Вот это у меня лошадки здесь. Это снежок. Это пушок. Это Чип и Дейл. Это бахрома. Вот это все мои лошадки. И так далее. Пойдемте дальше, я вам покажу, где я живу. Мамы, папы, все. Только осторожненько. Так, мамам тоже дайте место, бабушка. Каждый самый важный в году, да и не только в году, а и во все времена. Вот я вам хочу задать вопрос, особенно мамам, папам, бабушкам, девушкам. Скажите, когда было первое Рождество? В каком году Рождество было первое? Молодцы! Бабушки и дедушки уже точно знают, что мы с вами живем по календарю, в котором у нас сейчас 2018 год. Вот! Рождества, о, Рождества. А я вам расскажу историю, как было это давным-давно. Они были в разных странах и в разных городах. И участвовали в конкурсах. А нарисовали их простые дети. Вот взрослые не разберутся, что здесь нарисовано. Вот скажите мне, что здесь нарисовано? Берите. Что здесь? Какой-то бардак. Неправильный ответ. Thank you.
что ж, поехали.